Добрый вечер, Славутич. Добрый вечер, славучане. Я не знаю, насколько он добрый, судя по экзит-пулу, для поклонников Порошенко точно не добрый. Итак, сразу скажу главную цифру. В Славуче проголосовало 61,9% избирателей. Это 11 073 славучанина. Результат чуть-чуть ниже, чем на первом туре выборов президента. Ну, а результатах экзит-пула вы, наверное, уже знаете. Это потрясающие данные. 73,2% по одному экзит-пулу, а по другому 72,7% проголосовали за Зеленского. Соответственно, за Порошенко 25,3% или 27,3%. Разрыв просто потрясающий. Мы буквально, может быть, полтора-два часа общались с нашими депутатами. Никто не верил, что он будет такой большой. Ну, говорили, может быть, 20%, может быть, 25%. Но чтобы под 50%, это невероятные факты. Итак, напоминаю, в Славутиче проголосовало 61,9% избирателей. Ну, а о результатах, за кого проголосовал Славутич, мы расскажем, буквально, наверное, часам к 12 ночи. Поэтому следите за нашим Фейсбуком и Ютубом, и вы будете знать, кто с точки зрения славучан должен стать президентом. Хотя вы уже знаете результаты экзит-пулов, и тут Зеленский однозначно.